Очищение самой системы не единственный вызов, с которым пока не способна справиться нацполиция. Главный правоохранитель страны Сергей Князев открыто признается, мол, не умеют. Вот, например, в интервью журналу «Фокус» Князев перечислил главные проблемы. Это, цитирую, лес, рыбные запасы, угольные копанки и относительно недавно возникшая проблема янтаря. Вообще, конечно, интересно, почему проблему янтаря глава нацполиции называет возникшей недавно, если уже несколько лет в местах добычи регулярно возникают перестрелки, а целые районы превращаются в лунный пейзаж. А вот объемы нелегальной добычи полицейские подсчитывать умеют прекрасно. По официальным данным, в Украине ежегодно добывают только 5 тонн янтаря. При этом в Польше на Гданьской бирже продают ежедневно 10 тонн камня, добытого в Украине. И в СМИ появилось имя сотрудника НАБУ, который сегодня был задержан за вымогательство 150 тысяч долларов. Его зовут Александр Самковой. Напоминаю, что мы пытаемся дозвониться Ларисе Сарган, пресс-секретарю генерального прокурора Украины, чтобы выяснить все детали.